Gear 2. Связь возможна только один к одному, один телефон, одни часы. Часы также позволяют соединяться по Bluetooth гарнитуре. Когда у меня гарнитура, и я разговариваю, например. Но невозможно подсоединяться к другой периферии. Вот такие ограничения. На часах нет интернета. Про API тоже поговорим чуть позже. Как только выйдет коммерческий Tizen девайс, с 99% вероятности сразу появится Gear Manager. Ну или с небольшим запозданием. То есть можно будет соединять часы Gear на Tizen с... Ой, телефон на Tizen с часами на Gear, на Tizen Gear 2. Так, дальше. Разработка ведется только в веб. Пока. Возможно, потом появится гибрид, нативная. UI основан на jQuery Mobile. То есть, по сути, все то же самое, только look and feel немножко другой. Ну, выглядит по-другому. Решены как бы все проблемы. Контролы, свайпы, все адаптировано под жесты, тач-экран и небольшого размера. Примеры тоже все это есть. Типы приложений. Standalone. Это приложение, которое работает само по себе, вот на рабочем столе. Самый простой тип приложения — это часы. Когда, допустим, я делаю вот такой жест, смотрю, сколько время, появляются часы. Это часы типа standalone. Они ни с кем не работают, просто запускаются и все. А дальше, если нам необходимо получить доступ к функциям устройства, host девайса, для этого существует тип приложения Linked. То есть запускается отдельное приложение на Gear 2, отдельное приложение в данном случае на Android, и они работают по протоколу Samsung Accessory Protocol, который работает поверх Bluetooth, так же как HTTP работает поверх TCP. Он очень похожий на Bluetooth. Чуть позже потом о нем поговорим. В общем, и тип еще Integrated, очень похож на Linked. Отличается лишь в том, что приложение для Gear 2, оно встраивается в ВПК Android. И когда мы устанавливаем приложение для Android, оно автоматически пушится на часы Gear 2 и там устанавливается. Сразу проговорю про дистрибуцию. Как сейчас можно, в общем, уже сейчас можно разрабатывать приложение под Gear 2 и зарабатывать. На данный момент, так как установка происходит через, точнее, установка и синхронизация с часами происходит в Android, значит, разрабатываем мы и устанавливаем для Samsung Apps приложение. То есть, чтобы разместить стендалон приложение для Gear 2, нам необходимо зарегистрироваться бесплатно на seller.samsungapps.com. Также размещаем приложение, проходим трехдневную сертификацию, он появляется в магазине. Магазин доступен через Gear Manager, там такая кнопка Samsung Apps. Минимальная конкуренция. Например, обычное приложение Standalone калькулятор стоит 35 рублей. Я просто хочу сказать, что любая ваша идея классная уже может сейчас монетизироваться. Приложение остро, точнее магазин остро нуждается в приложениях. Затем, если мы хотим разрабатывать Linked приложение, 95% типов приложений, которые работают с телефоном, они Linked. Мы что делаем? Разрабатываем приложение, выкладываем его в Google Play, разрабатываем приложение для Gear 2, выкладываем его в Samsung Apps. Зачем это нужно? Мы не можем приложение для Gear 2 выложить в Google Play, потому что нам необходимо пройти сертификацию. То есть Samsung подписывает приложение в своем сертификационном центре, и он не может это делать в Google Play, он делает в своем. Поэтому вопрос, наверное, про Tizen Store, да? Нет, вопрос такой. Может ли одно... Ну вот Linked приложение, это значит пара двух приложений. Да. Вот. Да. Может ли пары смешиваться? То есть одно приложение для Linked работать с разными приложениями устройства на часик. Mm-hmm. Одно приложение на часик с разными приложениями на телефоне. Одно приложение на часах работает с двумя приложениями на хост девайсе, да? Теоретически нет, нет. А нет. Как у них, за счет чего у них осуществляется вот это вот спаривание? Как они идентифицируют? Смотри, сегодня мы будем рассматривать только первый шаг, это стендалон приложение.
для Linked и Integrated есть уже примеры, но, в общем, рассказываю. На стороне часов создается XML, в котором описывается сервис на стороне хост-девайса. Мы указываем канал, указываем имя приложения и, собственно, все. Поэтому отсюда и вытекает ответ, что оно может работать только с одним. Имя в смысле идентификатор в системе? Имя сервиса, который, соответственно, таким же образом описывается на стороне хост-девайса. Но я могу сказать, что другое, что два приложения на стороне Gear 2 могут работать с одним приложением на хост-девайсе. И, в принципе, все по типам приложений. Еще могу сказать про то, как можно работать, не разрабатывая приложение для Gear 2, но используя его функции на стороне Android. Мы используем пакеты из Samsung Mobile SDK, такие как Remote Sensor, например. То есть этот пакет Remote Sensor, он позволяет работать вообще с абстрактным носимой техникой. То есть будь то это пояс, часы или еще что-то. Мы можем получать доступ, например, к шагомеру, к такой функции, как Wrist Up. То есть он говорит, 1 или 0 может подписаться на событие раз в секунду. То есть я, допустим, не двигаю 0, начинаю двигать 1. Ну, так, off-topic. Так, дальше. SDK, точнее API. Очень похож на Tizen, но с небольшими ограничениями. Я уже говорил, нет интернета, потому что нет симки, нет Wi-Fi. Вся работа происходит через Samsung Accessory протокол. Он, кстати, тоже добавлен. Есть функция только для старшей модели управления инфракрасным портом. Вот здесь он. То есть можно включить телевизор, что мы часто делаем где-нибудь там в аэропортах или еще что-то. Громкость там и так далее. То есть вам полный доступ к API, у вас вы можете использовать, просто получаете сокет и байты в него шлете, если знаете протокол. Не получится писать в приложение, которое использует WebGL, просто потому что нету GPU. Но строить какие-то примитивы без динамики графики можно. Есть Canvas, можете рисовать на Canvas. Так, и, наверное, демо. В общем, все запустили. Создаем самое простое. Что будем делать? Сделаем просто цифровые часы. Создаем самый простой тип проекта. File New Tizen Wearable Web Project. Выбираем там Basic. Называем его Basic. 1, 2, у меня 3 уже. Создаем, я создал. Так, и, наверное, мы ничего не менять не будем. Мы возьмем просто и сразу его запустим. Для этого у нас должен быть запущен эмулятор. Сразу скажу, что веб-симулятора, к сожалению, пока нет. Пока разработка только на эмуляторе, либо на устройстве. Выделяем эмулятор, выделяем проект, правой кнопкой мыши. Не run as, а debug as, так же, как мы делали для... не как делали для... То есть, в общем, то же самое можно выполнить и для Tizen обычного. Запуская debug as, мы запускаем приложение на эмуляторе, и нам появляется консоль, в которой мы работали уже. То есть мы можем как бы удаленно в консоли выполнять динамический код, который выполняется на эмуляторе. Ты же вместо симулятора можешь... Превью? Там есть кнопочка превью. Прямо на тулбаре. В смысле здесь? Ой. Вот где у тебя сертификаты вверху на тулбаре? Правее. Да-да. Превью. О, я же не видел ее. Интересно, у меня почему-то проект создался, а индекс HTML остался вообще открытым. О, круто, я эту кнопку, кстати, не видел. Ну, давайте мы, кстати, коль же эмулятор запустили, на нем поиграем. Так. Я сделаю always on top, чтобы мы видели его. И смотрите,
интересная функция, что мы можем выделять объекты, ну, то есть видеть их разрешение, размеры, стили и так далее. Ну и консоль. Ну, просто проверим. Alert. Все, выполняется. То есть, в общем, что мы сейчас сделаем? Мы динамически сейчас попробуем поменять UI и сделать его под цифровые часы. Там сейчас текст в виде вот такого. Мы на боди правой кнопкой мыши выделяем, делаем Edit as HTML. И вот этот span мы сделаем часами, hours. И textbox ID, точнее ID назовем просто H. И повторим то же самое для минут и секунд. Какой-то в консоль еще раз зайти, откуда? Это или... Development Tools, откуда сходить сейчас? Просто... На проекте правой кнопкой мыши Debug As. Debug As doesn't variable web application. Да. Ладно, видимо, слишком долго мне грузится просто. А, ну да. А если она пустая? Она кто? Ну, вот эта консоль. В каком месте? Так это не консоль, это элемент. А, вот она вся пустая? Ну да. Еще при создании этого проекта тут автоматически введение по синтаксису JavaScript. Странно, не ругайте. Нет, смотри. Не знаю, надо посмотреть. Как сделать? А, пошло? Так, ну вот помимо часов, секунд, минут и секунд, добавим еще разделители в виде двоеточий. Я, по сути, скопирую то же самое между ними. Сделаю двоеточие и уберу ID. И сделаю еще один разделитель между минутами и секундами. Еще ID. Надо поменять ID. Да, ID.